Диктатура и демократия в эпоху крайностей. Краткое описание истории Европы в 20 веке. Название фотовыставки, которая открылась в центре Минора. Все представленные фотографии уникальны, они собраны из разных архивов Европы. Приурочена экспозиция к нескольким печальным годовщинам. К столетию с начала Первой мировой войны, 75-й годовщине Второй мировой войны и 73-й годовщине расстрела в Бабьем Яру. 190 фотографий на 26 стендах рассказывают о знаковых драматических событиях, которые повлияли на ход европейской истории, начиная с 1914 года, и затрагивают тему борьбы свободы и тирании, демократии и диктатуры. Проводятся мероприятия Музеем памяти еврейского народа и Холокост в Украине и Украинским институтом изучения Холокоста ТКУМА при поддержке немецкого посольства.